Калининград, кто не знает, это Прибалтика, кто, у кого двойка по географии. В лекции от 11 мая вы рассказали о неудачных прививках черешня на вишню степную. Ну, во-первых, что значит неудачно? Я же говорил, что степная вишня увеличилась в размерах плоды и добавили сахарку. Неудача в том случае, что черешня на вишне погибла, а вишня немножко стала черешневеть. То есть это положительный пример. Советовали соседу постепенно обрезать вишню, чтобы переродить вишню в черешню. Внимание! Сейчас самое интересное остается. У меня есть такой эксперимент. Только идентично я проделал такую работу с лучой абрикосом. Росла возле дома алыча с толстенным стволом. Внимание всех касается. С толстенным стволом. Плоды съедобные, но не сказать, чтобы вкусные. Урожайные сумасшедшие. Каждый год падали толстым кором, лежали, гнили. И вот 4 года назад я привила под ней ваш чернок абрикоса. Алычу постепенно обрезали. Только мне было очень жаль полностью обрезать дерево, и ради эксперимента, и на высоте 2 метра был привит еще один чернок абрикос. А 2 метра, потому что там была самая нижняя веточка. Внимание! Ниже фотографии цены нет. Выше этой прививки постепенно отпиливали ветви, а затем и часть ствола алычи. Часть ствола алычи. В итоге на сегодняшний день нелюбимая алыча заменена на 2 любимых абрикоса. Причем нижний абрикос обнимает верхний. Фотографии прилагаю. У нижней очень раскидистые ветки, пришлось подвязать, чтобы не клонилось. Завязи много, и на одном, на другом. Это Прибалтика, где считается абрикосами вообще не должно. Не то, что нет, их и быть не должно. Вот так говорят ученые. Завязи очень много, и на одном, на другом. Я не знаю, как долго проживут. Положительным фактором является то, что на 4-й весу имеем 2 взрослых дерева с многочисленными плодами. А такого же возраста абрикосового деревца из косточек Юрия Васильевича, корнесобственные, привитые вашими черенками, развиваются как положено. Хотя ростом по 4 метра, но плоды пока единичные. Так алыча помогает скрасить ожидания. Вот это вот нижний абрикос, да? Я, помните, это не моя наука, она, наверное, сама догадалась, потому что 1 или 2 вебинара назад я говорил, можно прививать вот так. Но если оставить, не трогая вот это дерево, вот это никогда не разовьется. Значит, надо начинать угнетать вот это. Увеличивается здесь, уменьшается то. Людмила, вы молодец. У вас, в конце концов, и это дерево, и вот то, оба абрикосовые. Внимание, плоды. Вот, видимо, вот здесь была алыча, вот эта рана. Или вот здесь была тоже, может, алыча. А вот это уже пошел абрикос. Вот это нижний, а вот это верхний. Вот. Ну, не все фотографии. Так, ну что я скажу? Продолжаю. Насчет близнецов. Вишни и черешни из ваших черенков. Вишни с генами черешни. То есть я присылал не черешневые черенки, не вишневые, а вишневые, которые имели общие корни с черешней. Вот. То есть вишневые черенки, но имели общий корень с черешней, поэтому написал с генами черешни. Вот. Вы упрекнули, что не прислала снимки с плодами. Я извиняюсь, но это чудо было таким неожиданным, плоды были такими вкусными, что мы с детками и внуками сели быстрее, чем догадалась фотографировать. Ну что, поверим ей, без фотографий, что чудеса бывают и вишнечерешневые, и абрикосо-лычевые. Здорово. Каждое, вы знаете, мне такие письма, такие фото жизнь продляют. Вот. Как я устал.